Минус 2 алмаза, блин. Даже больше, чем 2, возможно. Да, больше, чем 2. Хай, ребята! С вами Супер Гирчик, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт версии 1.16.5. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы путешествовали по аду, нашли крепость, а также сделали много различных дел, в том числе нашли кучу огненных стержней, вернее, добыли их. В этой серии я бы хотел найти седло для нашего коня Росинанта, а также мне нужно найти алмазы. Что будем делать? Надо что-то делать. Ёкарный бабай, надо что-то делать! Итак, мы докопались до какой-то пещеры, где мы уже походу были. И не походу, а точно. Мы здесь были, но дальше мы не шли. Каков шанс того, что я докопаюсь до того места, где я уже когда-то копал? Битва. А меня-то за что? На, получай. А вот алмазы. Ну, не думайте, что я дальтоник. Вот алмазы, я имел в виду про эти. Минус 2 алмаза, блин. Вот я... Я промолчу. Даже больше, чем 2, возможно. Да! Больше, чем 2. Теперь точно больше, чем 2. Все алмазы. Еще и... Ты пришел, блин. Что у вас там, семья, что ли, целая? Да что у вас? Нифига себе! Это что это такое? Орда! Это что? Бежим! Бежим, они со всех сторон! Это что это там, спавнер стоит, что ли? Блин! Это как вообще? Всех, кажется, перерубил. Что-то у меня такое ощущение, что там спавнер есть. Ну, хотя не похоже. Все-таки, оказывается, 2 алмаза сохранились и каким-то образом попали ко мне в инвентарь. О! Спавнер, 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 смотрите! Это же спавнер скелетов! Охренеть! Я был прав, здесь спавнер. Это офигеть! Офигеть, как круто, понимаете? Это же... Нет, не сломай спавнер! Не тварь, не думай даже ломать спавнер! Если он сломает спавнер, то ему хана. Потому что это запрещено делать. Все, короче. Фух. Собираем вещи, тут всякие... Седло! Есть! Это то, что нам надо. Вот когда план построишь, прям как будто по нему и идешь. Это же... Блин. Как же мне повезло, что... Так совпало. О, это круто. Короче, надо будет сюда вернуться. Координаты запоминаем. Так, значит, получается 200, минус 200, 300. Минус 200, 300. На высоте 22. Все. Мы сюда вернемся, чтобы сделать добывалку. Ферму.
Нифига вас тут наплодилось. Это просто кайф. Я вообще думал, что эту штуку из новых версий убрали. Но не тут-то было. Да что за... Нет, у меня такими темпами щит сломается, я побежал отсюда. Итак, давайте сделаем грандиозный алмазный меч. И... О-о-о-о. Вот это я понимаю. А кроме того, у нас есть воспламенение. А... А? Уф, опять гуглить придется. Так, мощно бьет, да? Тоже с трех ударов, но намного быстрее, чем топор. Вот в чем прикол. Ого. Там крутой, походу, скелет. Я же говорил. Кто там пулеметчик, а? Ну только тебя не хватало, а? Сейчас мне умирать не рекомендуется, поскольку у меня есть опыта много. И пошлите же в ад тогда. Меня тут сразу встречает пиглин. С ним-то я и пока торгуюсь. Он вообще что-то 2 года торгует. О, так будет чуть быстрее. О-о-о-о! Походу, кто-то сегодня пойдет к дракону в гости. Только надо сначала что сделать? Правильно, коня оседлать. Так, берем то, что у нас есть. Да что у вас так расплодилось-то много? Ай! Не бейте меня! Все, ломаем к херам эту плиту. Она мне реально сильно мешает. Итак, я возьму с собой для начала ничего, потому что все я выложу. Ну что за бред, блин? В общем, глянул я в интернете, воспламенение это оказывается горящая стрела, только другими словами, я так понял. Значит, нам придется сделать лук. Правильно? Совершенно верно. У нас увеличивается потихоньку библиотека. Давайте зачаруем ботинки на скорость души, но прежде я хотел бы зачаровать сначала вот эту книгу. Опять нужен лазурит. Острота 3. Нам не хватает уровня. Ну все. Нам придется искать уровень. Где же будем искать его? Абсолютно точно верно. В пещере. А вот мы и прокачали лук на воспламенение. Давайте проверим. О, хорош. Все. Мы будем сейчас огненными стрелами стрелять. Это очень отлично, я считаю. Ну а пока погнали в пещеру. Уголь, насколько я знаю, тоже дает уровень, поэтому его тоже копаем. А так, оказывается, не так и плохо. Фу ты, неплохо дает уголь. Нифига, 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 нифига. Вот это я не знал. Вот это да. Нам нужно не сюда. Так, ищем вторую воду. Вот это я понимаю взрыв. Рыбка, спасибо. Я тобой воспользуюсь. Нет, пожалуйста, не надо меня использовать. Сейчас мы тебя как следует... Вот сюда поселим. Живи здесь. Пока я здесь строю ловушку. Твое время пришло, рыбка. Ох, хорошо, что ты меня не убил.
Я тут хотел сделать кормилку опыта. Так, вижу цель. Не вижу преград. Подлечимся и замочим. А ведь он мог меня убить. Принцип работы нашей фармилки крайне прост. Только здесь я рекомендую нам закрыть проход. Таким образом, мы собираем всех скелетов вот туда, они падают, и мы их добиваем. Вот они все тут, смотрите. Во! Кроме того, это фарм луков, я, кстати, не знал. Бесконечные луки. Почти 24 уровень. Вот они. Ну давай, новый уровень. Почти, почти. Я слышу эндермана неподалеку, и мне захотелось его замочить. Вот их тут двое, оказывается. А вот еще и третий. Кстати, у нас 24 уровень. Это отлично. Главное его не просрать. Все, валим отсюда. Мне больше этого не надо. У меня есть 24 уровень. Этого мне и достаточно, в принципе. Так, мы передвигаемся сейчас по нашей огромной пещере. Сейчас бы вспомнить, как отсюда выйти. Ага, все, вспомнил. Вот отсюда и сюда. Возвращаемся потихоньку, и нам нужно зачаровать на остроту. Я думаю, это лучшее решение. Вот мы и пришли домой. Фух. Поспим. Итак, острота. В общем, давайте остроту. Вау. Так, стоп. А, так он тратит всего лишь 3, но необходимо... Ёлки-палки, теперь понятно. Я-то думал, он все 24 сожрет. О. Итак, что я хотел сделать в этой серии? Правильно. Я хотел пойти к нему. Где наш Росинант? А? Не ты. Не ты. Надеюсь, ты. О, это Росинант. Отлично. Итак, седло и броня. У-у-у-у. Всадник Дон Кихот. На Росинанте. Все, отлично. Все. Пацаны, мы выполнили это. Ребята. Это, знаете, вот, это во много раз ускорит нашу походку. Так, стоп. Я думаю, мы застряли. Ладно. Это отлично просто. Все. А, не надо, не надо в портал. Прошу тебя, не надо. Побудь пока вот тут. А, стойте, курочки, вы куда? Ладно, пофиг. Зачаруем ботинки на скорость души.
И что она делает? Она ускоряет движение по песку душ. Блин, ладно, я тупанул. Хорошо. Смотрите, сколько у нас всего. Мы, короче, за эту серию уже полностью подготовились к походу. Да. Мы готовы к походу. Давайте я даже вещи отсортирую, чтобы уже в следующей серии взять и просто тупо пойти. Так, а пока я хочу пойти поторговаться с пиглинами. Надеюсь, торговля будет удачной. Так, и золотой блок, его, в принципе, тоже можно расторговать. А, нет. Я добрый, пацаны. И вас мы тоже убьем для профилактики, так сказать. Нет. Они, я так понимаю, убегают, если их начинать бить. 10 кожи, но в принципе нормально. Нифига себе, у нас штаны поломались. Ну ничего, новые скрафтим. Да, кстати, надо с собой взять куча. На всякий случай, железо. Итак, я завершаю эту серию. Я полностью подготовил сундук для наших вещей. Возможно, я возьму что-то еще. Мы с конем пойдем и найдем крепость. Потом убьем дракона. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ну а всем гудбай!